Благослови все дары Твои, слово сегодня молитвы. Аминь. 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 Так, время обеда пришли вовремя. Просят, ты когда последний раз с матерью разговаривал по телефону? Давно. Ну, слово «давно» что означает? Ты определенно скажи «давно». Давно – это утром рано. Давно – это позавчера. Ну, Надежда Васильевна последний раз. А? Надежда Васильевна последний раз разговаривала. А ты знаешь, что-то не разрешается? Надежда Васильевна позвала. Надежда Васильевна пошла. А это запрещено. Когда берут все телефоны вашего отняты. Звонить тебе не надо. Когда позвонят, тебе дадут. Нет, там Настя позвонила сама. И она ну, позвонила, мать, это другое дело. Вы не звонили. Я тебя спрашиваю, когда ты звонила? Я не звонила. Говорила, спросила, не звонила. Так, ты когда последний раз звонил матери? Я не звонил ей. Не звонил. Так. Я сейчас с ней разговаривал по телефону. Она позвонила через Володю, потом через этого. Сегодня у нас 7 число. Еще 24 дня до занятий. До 1 сентября. И она говорит, тебе нужно там 41 размер обуви. Такой? 39 у меня. Она назвала 41. А почему 41? Не знаю. Наверное, знаете, вот сразу все это начинается. Что я хотел сказать? Она сказала 41 размер, чтобы на вырост, когда у нее нога будет расти, понятно, чтобы было еще. Если знаете точно размер, зачем ее в магазин тащить? Мне это совершенно непонятно. У нас 10 детей, 10, не четверо. И все выросли, никто в магазине ни разу одежду не примерял. Никто этого не знал. Валенки были, обувь. Зачем ты в магазине нужна с обувью, мерить обувь? У матери сразу ответ. А бывает так, а бывает и обувь такая, не такая. Я уже гляжу, она несет, ее понесло. Как это? Ну ты думаешь, если не веришь магазинным нормативам, которые есть. Замерь подошву, принеса туда. Зачем тебе идти-то туда, в магазин? Но уже четкая программа. Ты должна быть в магазине. Когда этого недостаточно, мать сразу выдвигает следующее. А сейчас цены будут быстро расти к 1 сентября. И уже обувь, которая стоит 100 рублей, вроде будет стоить 1000. Но обман 100%. То есть задача-то в одном – вырвать тебя любыми путями. Я от вас не держу. Можешь сейчас прямо пообедать и до свидания. Сцепляйся за любую машину. Мне никто так не отвечал, как твоя мама раньше. Дело в том, что мама-то живая осталась. Когда я видел, что у нее совершенно не то, когда она знакомилась с отцом, мне уже многое было известно. Я ей сказал, она ответила так, что я больше ни разу к ней не подошел. Она сама заварю кашу, сама и выхлебаю. То есть помощники не нужны. Вот и хлебай. У вас в доме не просто обстановка ненормальная, она супер ненормальная. И говорить об этом нельзя. Отец вдребезги пьяный приносит с работы. Приводит дома чужих мужиков, рядом девчонки. Так или не так? Ну-ну. Обычно уходит сам. А? Обычно сам уходит. Если она сгонит и говорит, опять, получку пропил, ничего нету, и даже то, что есть, собирают вам на кормежку, то и это подхватит. И говорить об этом нельзя. Он очень не любит отец это. Он глухонемой. Он сердитый бывает, и добрый человек, он здесь жил, вместе мы были, и то другое. Это ненормальная обстановка. А бывает он сам приходит, а бывает на карачках приползает. Что значит слово «бывает»? Не можем мы предположить, что у Серафима Заровского отец пьянствовал. И выросли эти дети. Вы в этой обстановке уже жились, у тебя стремления к лучшему нету. Я знаю людей, которые
попадали в другую обстановку, они умоляли родителей хотя бы еще на день остаться, еще что-то узнаю. Помолюсь. Утренние молитвы-то какие у вас? А рассуждения-то какие? Сдумали поехать к материным родителям? Было это? Я настаивал, не ездите, неверующие родители. А они платят. Вот пусть эти деньги отдадут, вы что-то купите. Почему вы должны их в Министерство путей сообщения нести-то? Однако вы поехали? Нет. Я умолял, просил, не делайте это, что вы делаете? Мы никогда не ездили никуда. Наши родители имели своих родителей по материной линии 35 километров. Мы пешком ходили. Нам деваться некуда было, 4 класса дальше учиться. Потом я у них, у деда учились. Ну нет, это нужда, вынуждена. Ясно дело, мы рвались домой, у деда ни грамма алкоголя нету. И там ничего плохого не было. Это все естественно, стремление домой. Но какая обстановка? Прямо настаивает. Прямо поскорее, то другое-то. Я подумал, что ты разговаривала, я не ошибся. Ты разговаривала. И ты стонала, тебе надо домой быстрее. Нет, я не стонала. Мне верить-то трудно вам, вы лжете. Я вас сколько раз захватывал на лжи, на это, и нет-нет. Этого вчера только поймал, этого позавчера. Потому что ложь от дьявола. И лжец не спасется, ни один. А ты бы, я тебе говорил, о чем говорить и умолять? Остаться здесь. Побыть, узнать. Теперь ищите, сама ищи. Я говорю, хочешь нанимать машину? Я не пойду, чтобы отправлять. Да нет, как будет. Я говорю, Воробашов вообще ничего не берет. Приехали Маша с Марком. Там все переполнено. Подошел к Алексею. Банками занято. Даже отдать мешок с солодкой для людей я не могу. Ну, я засунь вверху. Но вверху это мне надо смотреть назад. А тебе зачем назад смотреть? Ты вперед смотри. Ну, мы едем... У нас сзади кузов с книгами, и никто назад не смотрел, нету вообще стенка. Зачем тебе смотреть-то? Так проехали-то 120 с лишним тысяч километров-то. А причина уже, а мне надо смотреть назад, ну и смотри назад. Едут у меня все, отмостки поломали. Водители слепые. Вперед-то ничего не видите, а еще назад куда-то смотреть. Как я могу разговаривать и верить вам? Я вас отправлять не могу. У меня нет транспорта. Прямо настаивает. Зачем? Одежду теперь примерять. Вообще. Если это на вырос, одежду примерять. Да вот возьми твою кофту, примерила. Причина-то никакая. Причина то, что вы наседаете на родителей. Прямо наседаете. Надо домой. Поезжайте домой. Я забочусь о будущем, не о завтрашнем дне только, а о тем, как ты закончишь жизнь. То есть вот эта среда, в которой вы живете, она должна для вас быть страшной. Вы должны думать только так, как исправить. А могу ли я повлиять, чтобы по-другому у нас в семье было? Отец был членом общины нашей. Он не член общины, он ушел. Ему это не надо. И только проходит какое время, опять приехали, опять пьяные. Приехали опять. И каждый раз, когда скажем, он сразу делается суровый. Кто болтает, это маха. Я нет... Его мать, кажется, Ирина Васильевна, да. Она ко мне говорила, да какие вы верующие, почему вы ничего не можете сделать с ним? Он пьет каждый день, водит мужиков, все пропивает. Мать родная, на сына она наговаривает или что? Ты как думаешь? Ты-то в семье живешь. Что вы? Или прикажете отец, если скажете, что я пьяный морду набью? Мужики чужие, девчонки рядом. А он без памяти лежит. Что может быть-то? И ничего не понимаете, лезете только как тараканы. Я ничего не могу вам дать. Мать, я говорю, Ирина Васильевна, приезжай в общину, выступи и скажи, она боится. Она умерла теперь уже, так? Да. Да, так. И она не приехала. Я говорю, у меня нет власти, бывало, арестовывали, пьяных, лечили. У меня нет власти никакой. Единственное, что я могу подойти и сказать, ну, пожалей детей-то. Пожалей. Он мастер, он любой обувь. Сейчас ничего нет. А он инструмент весь отдал или пропил, я не знаю. Ничего нет. Модельный обувь счет. Он мастер, он краснодеревщик. Все прахом пошло, все. И дети это видят. Вас должна страшить эта обстановка.
Вы должны душой здесь сейчас соединяться с Господом и прийти и помочь отцу выйти из этого состояния. И ты что сейчас? Ну подпрыгнул два раза коза. Коза тебя боднула в глаз, второй боднет. Все, коза и коза. Больше ничего нету. Что ты понесешь, если тебе это неприятно? Неприятно то, что здесь есть. Ничего не научилось, больше тебя нигде не научат. Нигде не будут. Ты по рукам пойдешь. А по рукам пойти, это значит, ты никто. Тебя здесь учат целомудренно одеваться, вести себя, разговаривать, помогать. Марина, тетя, с тобой рядом учит. Я сейчас с матерью говорил, у меня нехороший на душе осадок. Прямо нехороший. Прямо давит и причины-то какие. Никаких причин нету. До этого звонили, говорили, как можно дольше, до 28-го. Никита, что ты двигаешь ногами-то? Чтоб не заснуть, стою, двигаюсь вот так. На все оговорка есть. Оговорка? Не оговорка. Хорошее слово. Блудная лихорадка, вот я их увидел сегодня. Приехали молодые. Может, соговорить будете? Я не разговариваю. Я впервые не выставил в интернет материалы. Они у меня были. Давали туда свою аппаратуру. Ее, эту аппаратуру, возил туда Игорь. Все заснял, я все посмотрел. А уже звонят из друг, батюшкин друг, из другой епархии. Ну, когда будет? Батюшка вещал где-то. Я говорю, не будет. А почему? Я ему ответил, почему. Ну, ладно, ладно, батюшка, понял, дальше идти не надо. Я не могу выставить, даже Надежде Васильевне не могу показать. Понятно? Ты когда у нас здесь было бракосочетание людей, посмотри, как они одеты и там. То есть в один день ее раздели. В один день, все. Как будто в бюстгальтере в одном стоит. И это под венцом. И это за столом. И люди рядом. Я не могу говорить, я спрятал все. Это стыд и срам. Я не говорю уже ничего. А если бы она была крепкая, была в лагере у нас где-то, а разговор другой, она сразу встала и сказала, нет, я не разденусь. Я буду одета, как вот Иоанна из Правникова была, Виктора Савченко жена, одета по форме. У нас тут были вечерние, не одни. У нас сохранились фотографии. И все. Нет, она пошла на это. А то боялась, что не возьмут ее, или выгонят, или... Я не знаю, не стал разговаривать. Мне это не по силам. Столько труда там вложено. Я-то одобрил только что, что вышла не за старообрядца и не за семинариста. Это уже достижение. По крайней мере, меньше у тебя мук будет. Но то, что вот это будет такое, переломили, никак не ожидал. Никак. И понятно... Я созрела, у меня груди как башни. Ну понятно, ну зачем эту башню-то? Ну посмотри, как, я опять же обращаюсь к мусульманам, посмотри, какие у них бывают бракосочетания, как одета невеста, посчитай где-то. Здесь все не так. Я сказал, не могу выставить, не могу. Уже просят выставить, не могу. У меня там и за столом, и как, и много роликов выставить. Я ни одного не могу выставить. Я не вижу христианского. Я вижу дух мира, просто мещется там. Все они. И ни одного нет. И там же отец Михаил, батюшка, все сидят, разговаривают, как будто не видят. А почему? Я до этого просился и сказал Марку. Он говорит, нет, вас многие знают, снимать не дадут, будут чувствовать себя некомфортно. То есть у них комфортно что означает? Ну какие они есть, любят в мире, полураздетые. Вот это комфортно. Комфортно. На богослужении наши люди, которые были, те одеты как Галя по форме, Надежда, Муха, Елена. А дальше уже за столом все это размазалось. Никого не оказалось. Ни одного не нашлось, который призвал бы к порядку, чтобы все было по-христиански, как в храме. Храм это и дом наш. Почему я в храме должна быть одета, а здесь нет? И когда я говорил о головном уборе, митрополит Виталий мне написал, это разговор вести не о головном, только уборе. Вся она должна быть одета, вся скрыта должна быть. Лично своей рукой мне писал митрополит Виталий. Так, искать я не буду вам транспорт на стороне. С этими переговорил, никто не берет. За них на неделю никого нету. Как сделать? Сама думай. Советую. Вещи должны быть наготове. Я одним махом отправлю всех.
Надо, значит, надо. Купайтесь. Целый год еще будете хлебать свою тьму домашнюю. Полной, говорится, кастрюли будешь хлебать. Тебе каждый день свободы. Купаешься, бегаешь, работаешь, молишься, читаешь, занятия. Ничего от тебя этого не будет. Друг за друга только цепляйтесь и прячетесь. Садимся за стол. Господи Иисусе Христе, Святой Богу, помилуй меня. Аминь. Аминь. Я начинаю пить. Вот, сразу же. Позвоните. Налили уже? Нет, чай. Это чай, несите вас. Я помню, в обед даже не спрашиваю, не спрашиваю, не берете. Какой? Не поняла. Который наш? Куда ему хлеб рядом же сидит?